Всем привет. Сегодня я расскажу об одной маленькой финичке по виртуальной клавиатуре. Значит, вот посмотрите. Вот словечко берем такое, называется на борту. On board. Ну, скопируем его. Вставим сюда. Нажмем комбинацию клавиш Ctrl-V. И получаем вот такое название, виртуальная клавиатура. Ну, допустим, язык я здесь поменять не могу. Переместить куда-либо эту панелечку я не могу. Ну, в общем, не хотелось бы оскорблять авторов этой программулины. Ну, никуда она не годится. Вот и все. А вот теперь давайте посмотрим, какие, значит, интересные штучки могут происходить, если мы пойдем в менеджер программ и в менеджеры программ заведем тоже словечко onboard. Нажмем вот здесь вот. Ну, у кого на английском будет написано lunch, у кого на русском будет написано запустить. Вот смотрите. Я, значит, запустил ветрон клавиатуру. Вот, нажал вот здесь вот левую кнопку мышки и, не отпуская ее, перемещаю клавиатуру где мне угодно. Размеры любые могу сделать. Язык. Я нажал Alt-Shift, перешел на английскую клавиатуру. Ну, посмотрим. Вот английская клавиатура. Ну, попробуем на русский перейти. Вот, пожалуйста, русская клавиатура. Значит, нажмем таким вот образом, чтобы большие буквы были видны, и тогда можем делать круглые скобки. Убираем. Появляются здесь у нас цифры. Сама по себе экранная клавиатура, ну, очень и очень удобная. Как видите, вот она, куда угодно ее можно переместить. Ну, вот для примера я зайду в браузер. Значит, вот я тут вот наберу. Видите, у меня вроде бы как места не хватает, но наберу Linux. Enter. Сверну. Крестик означает просто сворачивание программы. Вот ее значок здесь стоит. И до конца, до перезагрузки он у вас там и будет сидеть. После перезагрузки компьютера, значит, ну, придется опять-таки набрать, значит, вот здесь вот, в менеджере программ, on board, и запустить эту программу. Ну, очевидно, это какой-то там макрос, потому что самостоятельно этот значок закрепляться, ну, никак не хочет на панельке. А дальше там, пожалуйста, смотрите, делайте там, что вам нравится. Вот, допустим, смотрите. Запускаю я ее, показать клавиатуру, делаю пробел. И, допустим, вот, выбираю там для чайника. Все, пожалуйста, значит, вы можете тут все делать, как говорится. Вот, пожалуйста, можно на английский язык перескочить. Клавиатура это очень гибкая, очень удобная. И как видите, можно ее и размеры менять, и местоположение, и языки. И можете ее и совсем крошечное сделать. Ну, как вам нравится. Особенно это удобно, когда, допустим, вы находитесь далеко от клавиатуры. Ну, как говорится, у вас есть мышка под рукой, и вы видите экран. Ну и что, запустили клавиатуру, и там набираете ваши там запросы, там, что вы хотите там найти и так далее. Да без разницы. То есть вот такая вот маленькая финичка по виртуальной клаве. Ну, думаю, что она очень многим пользователям понравится. Значит, ну, кто, как говорится, все это дело схватил,
зацепил, отпишитесь, оказалось ли вам это полезным, потому что лично мне, ну, скажем так, я человек ленивый, и для меня вот такие вот возможности виртуальной клавы очень и очень полезная. Запустил ее и до конца, как говорится, сеанса, до перезагрузки, все работает нормально. Вот словечко, которое должно заводиться в поиске. Называется оно «onboard». Вот можете его, как говорится, запомнить, записать. А в следующий раз там идете сюда, вот, менеджер программ, там заводите это словечко «onboard», запускаете свой «onboard», и у вас будет прекрасная клавиатура. Не такая, как говорится, вот как первый раз я вам показал. Это было абсолютное, как говорится, как бы это назвать, непотребство. А вот это виртуальная клавиатура, ну, просто, как говорится, скажем так, цыпочка. Вот, очень хорошая штучка такая. Ну, думаю, что вам это понравится. Отпишитесь, кому это пригодилось. На сём, как говорится, я прощаюсь. Всего хорошего, до новых встреч. Ну, жду от вас вот откликов на эту вот маленькую фенечку.